Добрый день, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Crisis. Сегодня расскажем про интересную штуку, такую Burger King американский. Вот я взял стаканчик, и можно наливать воду столько, сколько ты захочешь. Вот такой замечательный аппарат. Сейчас я лучше возьму этот аппарат. И вот заплатив один раз за воду, здесь можно упиться и сойти с ума от количества всяких разных напитков. Ну, вот, например, мой любимый root beer. А тут всякая разная кока-кола. Так, ну, вначале мы набираем сюда льда. Хватит. Так, льда мы набрали. Ну, а теперь, чтобы нам вот такого вот выпить? Чтобы нам такое? Ну, например, кола. Какая у нас здесь кола есть? Черри-кола, оранж, ванила, распберри, лайм, черри-ванила. Возьмем-ка мы черри-ванилу. Вот, берем кока-колу, черри-ванила. И, значит, соответственно, на черри-ванилу наливаем нашу черри-ванилу. Еще чуть-чуть наливаем. О. Будем дегустировать, насколько она черри-ванила. Круто. Сейчас ванилу, короче, выпьем. А потом что можно сделать? Вот фанта, к примеру, та же самая. Нажимаем фанту. И вот он, черри-фанта. Страубери, распберри, грейп, лайм, фрут пинч, пич. Короче, вот такой вот сумасшедший и безумный аппарат для газированной воды. Совершенно безумный. Мы когда в Америку приехали первый раз, вот первый месяц, конечно, сходили с ума вот по этим всем газированным напиткам. Оставайтесь на канале и подписывайтесь.